В Москве в рамках официального открытия 24-го международного выставочного проекта PR-экспо 2021 Федеральное агентство по туризму подвело итоги самого масштабного в стране конкурса «Лучшие по профессии в индустрии туризма». В номинации «Лучший экскурсовод-гид» в 2021 году первое место заняла Любовь Репина из Тверской области. Конкурс проводился в два этапа, первым из которых был региональный, где специалисты соревновались в теоретических и практических знаниях. В этом году на данном этапе приняли участие более 600 специалистов. Второй этап, федеральный, выявляет победителей лучших в своем деле. Любовь Репина, аттестованный экскурсовод Тверской области, работает в качестве гида и сопровождающего экскурсионных групп с июня 2021 года. Она сняла лучший видеоролик-презентацию о туризме в своем регионе, где рассказала свое мнение о... О главных трендах в работе гида это онлайн-экскурсии, погружение в живую природу, нестандартные прогулки по оленей ферме, автомобильные туры с гидом за рулем, джип-туры и умение найти общий язык с новым поколением слушателей и туристов.